Выиграли уверенно. Скажи, вообще были какие-то недочеты в вашей игре? Сам как видишь? Пропустили. Это неприятно, на самом деле. Много играли на себя. Но, в принципе, игра получилась. Очень много хороших комбинаций было. И, в принципе, игра понравилась. Как можешь прокомментировать и оценить в целом групповой этап? Без поражений самое главное. Поэтому, думаю, мы выйдем с первого места. Поэтому, как и планировали, значит, положительно. Насколько я помню, у вас не брали интервью после предыдущего матча. Вообще, как так получилось, что вы сыграли с Dark Horse 8-8? Как это часто бывает, при счете 6-3 мы начали немножко баловаться. Вот, и не реализовали много моментов, которые мы должны были реализовывать. Вот, и потом за это поплатились, получили 6-6 и даже могли проиграть, но в концовке все-таки на классе вырвали, можно так сказать. Хотя по игре мы были сильнее. Ну и какие цели ставите на плей-офф? Может быть, есть соперники, с которыми хотели бы сыграть? Соперники, с которыми хотели бы сыграть? Ну, конечно же, телеги. Там в финале можно попробовать, если дойдем. Вот. А цели – победа.